Для педагогов городского округа Люберцы прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Дидактические возможности современных средств обучения». Конечно, наука идет вперед, искусственный интеллект сегодня фактор времени. Но я согласна с теми учеными, которые рассматривают искусственный интеллект как средство развития человечества. Искусственный интеллект – помощь человеку, но не вместо человека. И вот цель наша – это проведение той работы, которая помогла бы вам, уважаемые педагоги, в этой деятельности. Поэтому сегодняшний семинар, он направлен именно на это. Конференция стала площадкой обмена опытом и формирования новых идей, направленных на эффективное внедрение инновационных технологий в обучении. Участники обсудили, как можно не только облегчить процесс усвоения материала, но и сделать его более увлекательным. Также в рамках мероприятия наградили 6 педагогов за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, большой вклад в работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения.